Тяжело? Снежок? Хорошо ты как? Тихо. Это пока тихо. Пока детишки не появились. Слышь, подруга, а я тебя все спросить хотела. А ты чего это такая недоделанная? Ну, без рук. Ах, руки отвалились. А давай-ка мы тебе поможем. Ну, давай руки сделаем. Вот спасибо. Красота. С руками гораздо лучше. Уж как я вам благодарна. Так благодарна. А знаете, что я вам скажу? Тоже мне Надежда бабки.
не бойся и не стесняйся. Со старым годом мы вместе, сила, мы остановим часы насильно. Ладно, теперь старика на угарить. А тут уже весечек собирают. Так что же мы стоим? Бежим скорее. Месяцев подряд ушли за поворот, и вот за ними по пятам уходит старый год. Не спи, приятель, на посту и стой, разинув рот. Смотри, по снежному листу уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Дел недоделанных гора и три мешка хлопот. Но все равно уже с утра уходит старый год. А вдруг его мы невзначай обидели? И вот проститься с нами, позабыв, уже уходит старый год. Куда уходит старый год? Обидели и вот проститься с нами, позабыв, уже уходит старый год. Куда уходит старый год? О, устал. Старость не в радость. О, ну, вроде все вещички собрал, ничего не забыл. А какой красавец был! Эх, молодость! Старик! Наконец-то мы тебя нашли! Дед, клади все вещички обратно! То есть, как-то обратно? Ты остаешься! Еще чего! Я свое отработал! Осталось только дела сдать! Какие-то такие дела? Какие дела? Какие дела? Вот, по описи, дней 365, месяцев 12, зима одна, лет тоже одно, весна одна и осень одна штука, как положено. Ты еще все дожди посчитай, все облака и все листья на деревьях. Я тоже, дудки. И дудки тоже считать нужно. Так, слушайте. Есть тут на примете одни волшебные часики. Стоит их остановить, и время остановится. Понял? Это что же, я хозяином остаюсь, что ли? Навсегда? Пожизненно. Будешь бессмертным. Как Кощей. Ой, я даже что-то не знаю. Ой, что-то мне плохо становится. От волнения. Ой. Не бойся. Это от радости. Мы поможем. Мы поддержим. Эх, была не была. Остаюсь. Я тут еще такого понатворил. Закачайтесь. Да ты это, где кататься? Надо еще и шумно остановить. От снежных пар, дожди, беды, зароем Новый год, снега и льды. Мы остановим время навсегда. А ну-ка, бабы, хватит танцевать. Пошлите лучше часики искать. Все за мной! Остановитесь! Я указ придумал. Указ номер один. Что есть, то есть. Чего нет, не будет. Отныне 31 декабря будет длиться вечно. Ура! А почему? Повелеваю. Первое. Уничтожить все календари на Новый год.
Второе. Из словарей убрать слова. Час, минута, секунда, год, век, ну и другие. Третье. Все часы. В еде идем на репетицию. Что ты такое? Смотри, кто идет. Это что еще за шуточки? Молчи! Тебя не спрашивают. То есть? Как это молчи? Это кто такой? Я старый год, деточка. Не может быть. Что? Постарел? Эх, работа такая. Ну так, где же часики? У него! Я спрашиваю, где же часики? Какие? Ну, которые время останавливают. Беги, Витя! Oh!
Добрый дом с самым добрым волшебством. Чародеи с других планет? Нет, нет! Ждали, ждали, ждали.
наш праздник продолжается. И мы приглашаем всех вас в свои, в наши новогодние елки.